Привет! Что вы читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Светлана Тюрина. Ольга Славникова – современный писатель, лауреат премии «Русский букер» и финалист премии «Большая книга» в 2018 году с романом «Прыжок в длину». Это новый роман Ольги Александровны, где молодой человек Олег Ведерников оканчивает школу и готовится к чемпионату Европы. На него возлагают большие надежды, потому что он обладает уникальной способностью к краткой левитации. Однажды он совершает чемпионский прыжок, спасая мальчика из-под колес автомобиля. Взамен на спасенную жизнь он получает жизнь сломанную. Что произошло в этот роковой момент, можно узнать, только прочитав книгу, которую вы найдете в центре чтения Дворца книги. А вы читали Славникову? Делитесь в комментариях.